С 5 по 11 октября помощь пожарных в городском округе Мытищи потребовалась 8 раз. Среди вызовов – возгорание в микрорайоне «Дружба». К моменту прибытия пожарных подразделений горение было ликвидировано собственниками бытового помещения. В результате пожара в бытовом помещении оргтехника выгорела на площади 1,5 метра квадратных, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность электрооборудования. 8 октября в полночь сообщение о возгорании входной двери в одной из квартир поступило от жителей дома номер 40 на улице Академика Каргина. К моменту прибытия пожарных подразделений горение было ликвидировано собственниками квартиры. В результате пожара входная дверь выгорела на площади 1 метр квадратных, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Самый крупный пожар в Мытищах произошел на улице Щерса. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение частного дома на площади 300 метров квадратных. В результате пожара дом выгорел на площади 300 метров квадратных, пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. За прошедшую неделю сотрудники пожарной охраны 5 раз выезжали на тушение мусора. 15 вызовов оказались ложными. 2 раза помощь мытищинских огнеборцев понадобилась в соседних муниципалитетах.